В провинции Тренто на крупнейшем леднике Апеннинского полуострова Мармалада произошла трагедия. Огромный блок льда, снега и горные породы обрушился со скоростью 300 км в час, в то время как две группы альпинистов совершали восхождение на вершину массива. По информации итальянских СМИ, среди них могут быть иностранцы. 9 человек получили ранения. Продолжаются поиски 15 пропавших без вести. Спасательная операция проводится на высоте 3500 метров. Обвал ледяной массы произошел на следующий день после того, как на вершине ледника был зарегистрирован температурный рекорд плюс 10 градусов Цельсия. Спасатели предупреждают о риске новых обвалов. По данным экологов, в последние 20 лет площадь ледника сократилась более чем на треть.